Это $1. Если я приду в магазин, и там будет вещь за 90 центов, я смогу купить это? Окей. Если я приду в магазин, и там будет что-то за 85 центов, с налогами это 96, смогу ли я купить это? А что, если я сомну этот доллар? Подумайте об этом. Так, я только что смял его. Он уже не может стоить $1, да? Наверное, он стоит где-то 95 центов, верно? Как ты думаешь, сколько он теперь стоит? Доллар? Так, послушайте меня внимательно. Я только что его смял. Он уже не может стоить $1. А что если я наступлю на него? Я только что наступил на него. Сколько теперь он стоит? Ну, может быть, 68 центов, да? Все еще $1? А что если я сомну его? Наступлю и выброшу в урну, где валяется пиво, жвачка и прочий мусор. И какой-то парень найдет его, достанет, развернет его. Сколько он будет стоить? Может быть, 82 цента? Или хотя бы 92 цента, да? А что, если я сомну его, потопчу его, выброшу в урну, а затем порву его пополам? Подумайте, сколько он теперь стоит? $1? Я могу склеить его? Так, подожди. Стоп. Я только что смял его, топтал, выбросил в мусор, поднял и порвал его. И вы говорите, что я могу очистить его и склеить, и он будет стоить $1? Тогда скажите мне, почему, если этот доллар не теряет свою ценность, почему ты можешь потерять свою ценность? Почему вы чувствуете это, когда вас бросили, отвергли, оскорбили, унизили, плохо к вам обращались, обманули вас, навредили вам и воспользовались вами? Почему вы чувствуете, что потеряли свою ценность? Я здесь, чтобы сказать вам, что этот доллар не теряет свою ценность, потому что еще очень давно в него вложили эту ценность люди. И что бы с ним ни случилось, его всегда можно склеить и почистить. И я здесь, чтобы сказать вам, что вы были созданы, рождены со своим предназначением. Не обесценивайте свою ценность. Даже если кто-то причинил вам боль и страдания, вы пройдете сквозь все эти трудности, и никто никогда не сможет лишить тебя твоей ценности. Все, что тебе сейчас нужно сделать, это взять себя в руки. Сбросить с себя эти мысли и двигаться дальше.